Значит, вообще это, как бы назвать можно, роторный комплекс. В этот комплекс, значит, входит сам экскаватор РШРД-139-1 мощностью 5250 час и ПМД, межуступный, значит, добычной перегружатель, который стоит сзади экскаватора. Данное оборудование было запущено в эксплуатацию в 1986 году. Сборка и монтаж происходил порядка в течение 2 лет. Идентичные экскаваторы предназначены, распроектированы и построены только для нашего месторождения. Других в Советском Союзе аналогов таких экскаваторов нет. Высота, это вот по пилон, по настройку, вы сейчас видите, там на ней стоит установлен кран, 51 метр. Длина лыж 40 метров, ширина 22. Вес этого оборудования 4100 тонн. Вагон практически 84 тонны грузоподъемности. Мы загружали 40 секунд. Умножаем. 40 вагонов на 40. Ну, бывало, что и за 40 минут состав загружали. Чтобы нам передвинуться на другой забой, надо нам опуститься на домкратах, поднять лыжи, лыжи перекинуть. Опять отжимаемся, и наш экскаватор потом перемещается по лыжам.